Впервые в Республике Молдова 4 пациента с тяжелыми и редкими заболеваниями сердца были успешно прооперированы в одной из частных клиник столицы. Сложность хирургических вмешательств, возраст прооперированных пациентов, а также инновационный подход вписывают эти операции в ряд успешных достижений отечественной медицины. Мы прооперировали 4 взрослых пациентов с рожденными пороками сердца. Такие хирургические вмешательства проводятся редко, потому что большинство оперируются в раннем возрасте 3-5 лет. А 2 из прооперированных случая очень редкие. Впервые для нас мы сделали операцию 23-летней пациентке с редкой аномалией коронарных артерий. Другая операция была сделана 33-летнему мужчине, находившемуся в очень тяжелом состоянии. Несколько лет назад он обратился в клиники Москвы и Киева, но ему отказали в хирургическом вмешательстве. Операция была проведена на открытом сердце и длилась около 5 часов. Все 4 пациента страдали от редких сердечных заболеваний, которые были врожденными пороками. Их должны были прооперировать много лет назад. Это еще более усложнило задачу врачей. Местная медицинская команда сотрудничала со специалистом-кардиохирургом из Греции, широко известным специалистом в сфере профильной хирургии. Операции по спасению клапана очень важны, потому что таким образом мы избегаем механического имплантата. Они предполагают больше осложнений и гораздо больше рисков для пациентов в долгосрочной перспективе. Все операции прошли успешно. После выздоровления пациенты снова смогут наслаждаться жизнью. Согласно статистике, 1 из 100 жителей Республики Молдова рождается с сердечными пороками.